¿Qué tiempo tiene de maduración? Desde el momento de la aparición al corte de 16 a 17 semanas. Ajá. ¿Y dónde exportáis? Estamos exportando actualmente a Siria, Hungría y Estados Unidos. Tabasco resultó ser mi segunda patria, húmeda, tropical. Pero no pasaba día que la nostalgia no me trajera a la mente mi Карелия. Tan fría, tan lejana. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас и родила еси душ наших. Tranquila. Las va a pagar. ¡Ay! Me dan ganas de ahorcarlo. Ay. Espérate, ahorita te marco. Andrés. Mira la luna, qué bonita. ¡Mamá! ¡Se cayó Andrés! ¿Andrés? ¿Pero qué va? ¿Andrés? Pero si es el ingeniero, Nilda, ¿qué le pasó? Dios mío, Andrés. Con cuidado esa cabeza, con cuidado. Nilda, Rosa. ¿Está vivo? Está muerto. No, no puede ser. Llévelo a la casa con cuidado, por favor. Ay, con cuidado. Pues a veces pasa que con el viento se caen las macetas. Ya ha sucedido antes. ¿Verdad, Ana? Qué suerte tuvo. Mañana estará bien. Si quiere, se puede quitar la venda, ¿eh? No. Sí, estoy bien, estoy bien. Me quedé viendo la luna cuando tenía que tener los pies en la tierra. Тезеровский Ванька, не Андрей. Они мексиканец. Что ж ты, Петя? Старого комсомольского дружка не узнаешь. Здорово, Семен. А вот руки я тебе не подам. Фу!
Вот так я встречаю изменника Родины. Ну, мистер, красноватый. Ты чё, Со, припёрся-то? Мотай отсюда. Горбатого могила исправит. Вот они, твои хоромы. А, вот, гляди, развалины. Лет 10 уже без присмотра. Сначала ты избу колхоз к рукам прибрал. Кого тут только не селили. Одно время даже детский сад был. Боже мой. А пожитки твои я к себе отнес. Ты на Семена-то внимания особо не обращай. Много чести. Плюнул, и ты плюнь. Я воевал, как все. Но... Что, я сам, что ли, сдался в плен? Не в том дело, кто как воевал. Главное, как из войны вышел. Ты что, не веришь мне, что ли? Да я-то верю. Но всем веру не вложишь. Кто ногу потерял, ты вот в Мексике оказался. А он же в начальнике вылез. В колхозное время секретарь парткома, все боятся, слушаются. А где она теперь, партия-то? Кому он нужен? Ну, обидно, конечно, только ненавидит он тебя не потому, что такой патриот. Тут причина поглубже будет. Че, из-за Марии, что ли? Ну, догадался. Столько лет прошло. А вот сидит заноза до сих пор. Он же как уевался вокруг нее. Из кожи лез. Так 50 лет прошло. Да хоть 100. И комсомольский задор, все ради нее. А тут ты явился со своим баяном. Баян так и не да, ладно. Здравствуйте, дядя Федя. Здравствуй, дядя. Чей, девочка? Да, Иван. Росков, что ли? Ну. Dámela. Yo se la llevo. Mi mamá me dijo a mí. Si te pregunta, le dices cualquier cosa. Ay, Ana. Por favor. ¿Qué me das a cambio? Lo que quieras. El vestido amarillo. Bueno, ¿no? No, sí, 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 sí. Ándale, pues. Ay. Ana. Suerte.